25 июля. Вот это, у тебя это, фонарик светит, он не нужен свет. Пожигаю. Вот тут позвонили. В прошлый раз приезжали два фотографа. Александр Кряжев из РИА Новости. И познакомился с Андреем. Андрей какой-то гео, там что-то есть. Ну, поезд наш приходит на подстёпный, разъезд подстёпный, тут за Ребрихой. Панова, а потом подстёпный. Ну, его встретили, я сейчас узнал, утром приехал. Завели в келью, она свободна. Вот она. Тут мы все спим. Вот она, видите, тут что есть. Нижний этаж, второй. Мы его не сюда заводили. А он вышел на улицу, я первый раз вижу, и отдыхает. Ну, раньше было так, что комаров много. Даже в большом зале было. Это раньше, то есть 26 лет назад с одним. Также. Вот я говорю, засними его, какой он. Или он такой заядлый путешественник. Любит это. Тут ничего такого нет. Ну, главное, чтобы под него-то лежать на земле. Я не знаю, как. Тут можно было дать что-то. Вот посмотри, где на лестнице. На нашей игровой площадке. Подойди поближе туда, вплотную. Доброе утро. А что-то вы не в келье? Вы же вчера в келье? Что-то не в келье? Нет. А что вы так? Вам нравится на свежем воздухе? Ну, я всегда так спал. А, он как. Он говорит, что он всегда так спит, Игнатий Иванович. Сумку положил. Он говорит, всегда так спит. Он сейчас проснулся. Да, то ладно. Дело в том, что вчера мы все-таки на обновленном костре были, пришли люди, я видел, все очень довольны, что мы это сделали. Сейчас я послал Михаила, я говорю, там вытащить уголь весь, вытащить, который остался, площадку зачистить, как называется, зашнуровать, ну, эти заборины где привязать, расчистить территорию, где-то под травой щища есть, и на этом все. А я пойду сейчас с этим, подойди. Шалашом. Пока очищаю жерди. Здесь мы можем пока прикрыть, только у нас травы нету, березовым прикрыть от солнца. Как тенечек детям создать. А чтобы создать шалаш непромокаемым был, для этого нужно много травы высокой, осоки такой, прямо много косить. Ну, посмотрим, как, сумеем или нет. И тогда начнем закрывать. Тогда он будет непромокаемый. Ну, а сверху, сверху еще там бывает рубероид какой-то или целлофан, самый стык, где идет. Все. Сегодня суббота, завтра у нас тут бракосочетание намечается. Ну, как Бог усмотрит. Говорили, дождь будет бы, а дождя почти нету. Смотри, сколько этих накрутили на одном поле. Нынче сена полно. Все, я тут займусь сейчас этой историей. Все.